Где собирается молодежь? В гараже. И мы тоже туда сейчас отправимся. Для кого создали это пространство? Это пространство создали для молодежи, для молодежных сообществ, общественных организаций. Потому что есть потребность в помещениях, где можно проводить мероприятия. И как раз Олегом Гатауловичем и Мамиевым, мэром города, было дано поручение отдать муниципальное помещение. Когда-то было это как раз вот парковка для машин под молодежный гараж. Так, кто сюда может приходить, а главное расписание, когда и с кем можно договориться об этом? Сюда могут приходить молодежь для того, чтобы проводить мероприятия. Мероприятия они готовят сами для себя, то есть здесь не только отдел по делам молодежи или молодежный центр «Выбор» будет какие-то свои мероприятия проводить, но и для тех, кто проводит мероприятия самостоятельно. То есть общественная организация, например, готовит какой-то форум, воркшоп, либо квартирник, но не знают, где его провести, соответственно, они могут обратиться к нам в отдел по делам молодежи, либо в центр «Выбор» для того, чтобы записаться и уже воспользоваться этим пространством. У нас будет онлайн-таблица, где будут прописаны дни и время. Соответственно, можно будет посмотреть, какое время свободно, записаться, соответственно, написать, какое необходимо оборудование им нужно для того, чтобы провести мероприятие. А я правильно понимаю, что молодежь здесь может проводить свои мероприятия абсолютно бесплатно? Это пространство абсолютно бесплатно, и у него не будет, так сказать, выходных, то есть мероприятие можно проводить с утра и до позднего вечера, с понедельника по воскресенье. Спасибо большое. Блин, круто реально. А в нашей молодости такого не было. По углам не ходили мы по углам ни по каким.